Когда садиться за стол, а когда выходить из-за стола? Как пользоваться салфетками? Что можно есть руками? Расскажем, актуален ли застольный этикет в 21 веке? Правила застольного этикета мало изменились за последние 200 лет. Вот основные из них. Нельзя начинать есть, пока все не сядут за стол. Запрещено класть на стол локти. Неприлично критиковать блюдо. И уж точно нельзя чавкать, разговаривать по телефону или говорить с набитым ртом. Каждое блюдо нужно есть своим набором столовых приборов. Согласно европейскому этикету, нож держат в правой руке, а вилку – в левой. Американский этикет менее строг. Он разрешает брать нож только по необходимости, перекладывать вилку в правую руку. Приборы на столе располагаются в соответствии с порядком подачи блюд. Те, что будут использоваться первыми, кладут ближе к краю, постепенно приближая их к тарелке. Такая сервировка поможет гостям лучше ориентироваться и сделает трапезу удобнее для них. Сидя за столом, следует только запястьем опираться на его край. Девушкам можно опереться на локоть, но ненадолго. Нельзя играться приборами, посудой, а также протягивать ноги во всю длину под столом. В процессе принятия пищи не следует низко склонять голову над тарелкой. Неэтично наливать только себе. В застольном этикете сложился даже своеобразный язык ножей и вилок. Если столовые приборы лежат параллельно друг другу в правой стороне тарелки, трапеза окончена. Нож с вилкой лежат крест-накрест, ожидание следующего блюда. Приборы лежат параллельно друг другу ручками вниз, благодарность повару. Знание этих нехитрых правил поможет вам произвести на окружающих приятное впечатление.